Здравствуйте, мои друзья! Здравствуйте, самые лучшие на свете зрители! Я продолжаю рассказывать вам о блошином рынке в музее Москвы. К сожалению, в прошлой части, в первой, я забыла рассказать вам о стоимости вещей, которых я купила. Поэтому этот ролик я начинаю именно с этой стоимости. И еще хотела извиниться перед моими друзьями-коллекционерами, которые мне очень много рассказывали интересного на этом блошином рынке. Но, увы, съемка испортилась, поэтому самую интересную часть я вам, к сожалению, не смогу показать. Купила две фарфоровые, очень тончайшие чашечки Дулёва, 60-е годы, по 100 рублей. Кружева, две маленькие салфеточки по 200 рублей, по 100 рублей, средние по 200 рублей и дорожку кружевную за 300 рублей. А замечательную кофейную пару и молочник я купила за 1000 рублей. Да-да, очень дороговато, я знаю, даже для этого рынка дороговато, но вы знаете, мне так понравился вот красный цвет их и такой тонкий фарфор, но не удержалась. Thank you.
вообще сказочная. Здесь собрались, ну, просто такие фигуры уникальные. Вот этот кувшин, Германия. Ой, поставить на стол это украшение на всю жизнь, боже мой. Ни у кого не будет такого. Это гордость. Посмотрите, совсем качество великолепное, видно, да. Такое хранение. Это железнодорожник. Ой, железнодорожник. Да, это железнодорожник. Ой. Слушайте, у вас такие вещи уникальные, просто уникальные. Вот чайничек совершенно недорогой, китайский, 2000. А вот, вот этот вот красивый орликин. Это дорогое, 60 тысяч. А чье это? Это Германия. Ну понятно, поэтому цены такие. Ой, а вот здесь посмотрите на быке. Ой, это а 45 тысяч, это Германия. Сказка. И у вас и попугаи. Попугаи 38. И вот тоже там орликин зеленый. Орликин 45. Так, а ваза сказка вот эта? 30-е годы. Боже мой, что за ваза такая необыкновенная зеленая? Оркин? Каркель, да? Да, Карлвей. Кар? Да. Нет, вообще надо... Таких нету. Да вот это я тоже редкость. Смотрю, что это редкость. Я такого даже не видела. Это редкость. Так, хорошо, а вашу, это самое, снять телефоны, ваши где, как вас найти? Как вас найти? Визитку. Найти? Телефоны, визитку. Я там дам. Вот что можно купить в музее Москвы. Но вы же не только в музее Москвы, вы будете на Тишинке, наверное, да? Выставляться. Вот телефоны наверху. Понятно. Так, и чтобы сразу не забыть, я даю вам телефон. Прекрасно. Сказка. Боже мой, боже мой, боже мой. Ой, какая красота. Ой, какая красота. Ну, это у вас антикварный салон. Вот еще любительница блошиных рынков. Ну, наверное, она своим нюхом вам выбирает самые такое интересные, да, вещи. Да, так что, видите, у нас какие знатоки есть. Спасибо большое. Прелесть. После ретро-рынка, блошиного рынка, зашли в кафе посидеть и пообщаться. Ну как, Женечка, вам ретро-рынок? Здравствуйте, во-первых. Да, здравствуйте. Ходили по рынку, но толком даже не поговорили там, потому что у всех свои дела, да. Ну как вам, произвел впечатление? Конечно... Как цены? Вы знаете, я цены не особо спрашивала, но то, что я спрашивала, они по рынку, так скажем. То есть они не завышены, занижены. Но все равно, ведь в разных местах разные цены. Может быть, да, может быть. Кстати, Москва считается более-не-менее такой, как и это, остальные. А вы, кстати, ездите, вот куда мы с вами говорили? Я мало куда-то еще. По рынкам, я, наверное, все-таки почти...
почаще буду выезжать, чтобы хотя бы ориентироваться действительно, что востребовано, что не востребовано. Ну, по Новоподрезково мне все говорят, поезжайте в Новоподрезково. Да, в Новоподрезково я, конечно, бывала там, но там блошиный рынок в самом своем первозданном. Да, какой должен быть. Да, да. Потому что здесь все-таки под крышей, но я ожидала, что здесь будет такой. Ну, в общем. Да, там тоже очень много перекупщиков, там есть и вещи, которые можно приобрести, допустим, по нормальному цене. Ну, наверное, которые можно, нужно пораньше туда ездить. Да, да? Туда лучше самого утра. Потому что пока... Когда еще только начинают раскладывать. Мы были с приятницей в феврале, по-моему, было еще снега за навалом, и темно, то есть там ни освещения, ничего. И люди в темноте вот это все раскладывали там на каких-то картонках, на клеенках. Ну, правда, там и настилы есть, и столы есть металлические. Ну, почему-то, наверное, они дороже, может быть, не все там были на раскладке. Ну, я напомню, что это самое, ваш Инстаграм потом дам, потому что в прошлый раз я что-то вот так и не дала, закрутилась. Вот, чтобы тоже к вам приходили. Ну, в общем, вы впечатлились. Ну, мне, конечно, понравилось. Я бываю иногда на таких мероприятиях, но мне понравилось, да. Но были интересные вещи, на которые цеплялся взгляд. Ну ладно, давайте пить кофе. Да, давайте. Всего хорошего, дорогие друзья. До новой встречи. Да, еще да, будем общаться с Женечкой не раз. Сейчас тепло стало. Будем встречаться на и рынках. Ну и потом, может быть, она к себе нас пригласит. Конечно, да, все-таки. Посмотрим хоть одну распаковочку, потому что все обожают распаковки. Все, целуем, обнимаем. До встречи. Я вам всего самого хорошего. Здоровья, здоровья, здоровья. Вот я тоже так же взяла. И кексик тоже, да? Просатоник, пожалуйста. Я только зашла.